пространство, это будет просто замечательно, поток туристов будет организован. Скверы, парки и улицы – основные объекты, которые попали в проект благоустройства «Звенигород. Гостиный город». Глава муниципалитета Андрей Иванов вместе с инициативной группой жителей посетил эти точки. Ходили вместе с инициативными группами, с жителями, показывали те проекты благоустройства, которые будут реализованы в этом году. Скверы, парки, улицы, которые попали в реконструкцию. Ну и в целом обсудили наши планы подготовки к празднованию юбилея, который будет в сентябре следующего года. Первый этап реализации проекта стартует в историческом центре города. С 10 июня начнется обустройство сквера возле церкви Александра Невского. А уже осенью проведут масштабные работы в Чеховском сквере. Здесь появится сцена, сухой фонтан, шахматные столики, зоны для фотовыставок, поясняет глава муниципалитета. Вот здесь больше игровая зона становится. В 2022 году звенигородцы будут отмечать 870-летие родного города. К юбилейной дате он должен преобразиться. Сделать предстоит немало, при этом все детали согласовываются с жителями. По словам руководителя муниципалитета, каждое пожелание заносится в протокол для передачи профильным службам. Екатерина Крамер, Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».